мать моя жизнь! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я отправлю стримерша 1 миллион рублей. Но есть один небольшой нюанс, то что это будет фейк-донат. Вы просто представьте ее реакцию, когда он узнает всю правду. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а мы начинаем! Братишечка, не переживай! Перед началом этого улетного видеоролика, это видео будет реально одно из лучших на моем канале, я хотел бы тебе подарить промик. Чтобы получить совершенно бесплатно промик на аркану, тебе надо просто смотреть видео. В этом видео изобретал буквы. Потом ты эти буковки соединяешь и получаешь рабочий промик на аркану. Брат, ну если что-то неправильно, то скорее всего ты какую-то из букв пропустил. Поэтому пересмотри видео еще раз. Все, ребята, а мы приступаем к видеоролику. Первый донат будет таким. Анетка, ты красивая и у тебя классная попка. Не, ребята, попка-то реально классная, поэтому отправляем и смотрим, что же она там скажет. В этой жизни нужно что-то менять. Ребят, кто знает, как эта болезнь называется? Ой-ой-ой, пошел контент, Анетка. Юханый папай. Я в шоке, а во-вторых, я в шоке от доната. Он мне написал, что у меня красивая попка. Что? Максим, я даже не знаю, как на это реагировать. Я думаю, что Кента ПК не совсем оценит. Ну, блин. В смысле не оценит? Кента ПК уже оценил. Твердая троечка по стопальной шкале. Извиняюсь. В чате пишет, чтобы я показала попку. Ну вы вообще... Не, ну покажите шашлалка, она же бесплатная. Ну вы вообще пишете? Мне в чате пишет, чтобы я показала попку. Ну значит надо показывать, если хорошо, в чате пишет. Хорошо, на 50 лайков покажу попку. Так, все, я шучу, ребят. Все, я шучу. Второй донатик будет такой. Анетка, ты просто космос, красотка. А можешь показать свой инвентарь. И целых 5000 рублей. Обалдеть, отправляй. Что? Анетка, ты просто... Ты хочешь, чтобы я показала свой инвентарь? Я почему-то думала, что следующий донат будет: Анетка, покажи свою попку. Так, ребят, давайте посмотрим, что там у нее за инвентарь. Я видел, у нее есть гифтбоксик, я видел, у нее есть куча кейсиков, у нее куча аркан, куча дорогих ножей. Анетка, я вам скажу так, ребят, богачка, сразу видно. Ой, так, Максим, я сейчас даже ради тебя припудрюсь, ради тебя. В смысле, припудришься? Слышь, Максим, я твой рот труба шатал. Тебя. Ну, извините, для топ-донатера надо выглядеть плюс-минус больно. Что ж так, ребят, я не понял, что ты, кажись, пранк вышел из-под контроля. Что там на ради донатера-то собралась-то подкрасить? Я же ее подкрашу левый глаз, правый глаз. Ты-то, Манетка, берега-то не путай. Ребята, пристегнитесь, потому что следующий нам будет нереально смешной. Анетка, продай 4 аркана из 0.3 и покажи попку. Это моя мечта. Блин. И я тебе, значит, 20 тысяч рублей. Все, ребят, отправляем и погнали. Анетка, продай 4 аркана и покажи попку. Я задоначу 20 тысяч рублей. Что? Сейчас мы проверим, Анетка покажет попку или нет. Сейчас мы проверим. Максимка! Да, это Максимка. Это я. Очень странный Максимка. Блин, ребят, как думаете, она вообще покажет попочку или нет-то? Так, я надеюсь, она такая нормальная девушка, ничего там показывать не будет. Куда нужно ушить из тела? Мама дорогая! Пошел контент! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Где это моя... Ого! Упала! Ух! Ребят, упала плюс комментарий. Что еще продать 4 арканы? Давай продавай. Он же ж не писал, какая аркана. Зачем могу и продать самую дешевую? Вот это хитрый, вот это метка хитрая. Раз, 2, 3. Эй. Надо пытаться купить тот же самый скин. Да ты уже их купила, Анетка, ты фрик. Я уже это все купила. Ой, 4, 4. Все, 4, все. И посмотрите, что произошло. Стыдом завелись. Вот Анетка, бомжетка-то. Ай-яй-яй-яй. Посмотрите, стендов завис. Бедная Анетка пытается продать, но... Так, ребят, ну что? Я думаю, настало самое время отправлять ей следующий донат.
Ребятулечки, есть очень срочные новости. На булдропчике нашем с вами любимом выходит булбасик, в котором каждый из вас может получить топовый дроп, получить бесплатные ножи и многое-многое другое. Он выйдет максимально скоро. Поэтому, ребята, пока что мы его ждем. Но пока мы его ждем, залетая на булдропчик, открываем кейсики и кайфуем. А лично от меня с булдропчика мы дарим вам промик на голду. Бесплатную рабочую голду. Все, есть? Закреплено в комментарии. На следующий надо будет максимально рафляно, я и напишу. Анетка, а кого ты больше любишь? Кента или меня? И мы узнаем, кого Анетка больше любит. Какого-то рандомного вонючего Максимку. Или Кент Кого ты больше любишь, падаль волосатая? Конечно, меня. Она сейчас скажет меня. Я верю, она нормальная девочка. Скажешь, конечно, люблю больше Кента. Максимыч, ой, сейчас. Сейчас, Максимка, сейчас. В смысле, Максим, я тебе айфон подарил? Тут я хочу сказать только одно слово. Кент, Кент, это Кент, одно это Кент. Одно слово это я Кент. Готова сказать. Говори, это слово это Кент. Одно, знаешь какое? Кент, а пока. Это, конечно же, пёпый дорогой. Потому что у меня никогда не было таких донатеров. Даже Кент АПК мне не скидывал. Никто мне не скидывал. В смысле, айфон был? Айфон был? Путевка в Египет была, вторая путевка в Египет была, путевка в Турцию была, в Карпаты была, и тут на тебе Максимку больше. Ох, ты вместе не получишь, Анетка разозлила, ты папочку разозлила. Конечно, люблю больше тебя, Максимушка. Спасибо тебе большое. Вот, Анетка. Сколько ты мне скинул? Я в шоке просто. Я вообще в шоке. 25. Но ты еще будешь больше в шоке, когда узнаешь всю правду, и что это был пранк. Ну а дальше, ребята, я хочу немножко Анетку разорить, а то она совсем уж наглая. Анетка, открой 7 фейблов, если купишься, я тебе подарю 100 тысяч рублей. Ой, блин, только не ник написал Анетка, надо ник Максимка. И отправляем. Опа-па, пришел донатик. Что? Что? Что слышала, курица волосатая? У нее в голове уже путевочка с Максимом там в Дубае, там на поезде, за ручку держит, целуется с ним. Блин, Анетка, бомжетка, табуретка. Я реально в шоке. Он сказал мне 7 фейблов открыть. 7 фейблов! Ты что, курица кейкбокс? Ой, не то я. Фейблов. 7 штук. Давай, Анет. Купила, Максимочка, ради тебя, ради тебя, мое золото. Фу, блин. Купила ради тебя. Знаете, вроде бы я сам Максимка, но я этого Максимку уже просто готов. На, сладкие. На. Это Максимка, попадись ты мне в руки. Все, пацаны, теперь если вас зовут Максим, то уже все такое. Ну, у Кента небольшая битка на вас есть. О-хо-хо-хо. Я думал, еще будет нож, прикиньте. Разработчики, пфу на вас. Че, у меня еще 6 попыточек. 6 попыточек. Давай, давай, давай. Максим, люблю тебя. Так. Максим, хэштег. Ну, пожалуйста, Анетки хэштег, попа. Все пишем хэштег Максимка. Сейчас выпадет. А прикиньте, реально аркан выпадет. О-о-о, G22. И что это мы такая зло? У меня еще 4 попытки. Ну, Максима, давай. У меня еще 4 попытки, сейчас все будет. Подожди, пожалуйста, сейчас все будет, сейчас. Фух. И Анетка, как обычно, падает, я любимый USP-писец. Анетка зависла, мама дорогая. О, все, зависла. 5 minutes later. О, прямо сейчас она открывает последний фейбл кейсик. И как вы думаете, что там с ним выпадет? Ну, пожалуйста. Она такая уже готова на колени встать? Да капец просто. Так, ребята, сейчас будет просто самый рафляный донат. Анетка, я тебя люблю, давай жить вместе и нарожаем 10 детей. Сейчас, кстати, узнаем, готова ли она с кем-то Максимом с интернета уже заводить детей. Сейчас узнаем все, отправляем. Максимка! Так. Знаешь... Один вопрос к тебе. А ну-ка, один ну-ка. Вопрос. А ну-ка. Ты хочешь 10 детей? Да, без проблем, меня только один вопросик волнует. В смысле без проблем? Как мы их назовем? У меня есть 2 варианта. Или Гриба Пеппа, или Пеппа Гриб. Какое вообще? Как тебе? Вот. Я предлагаю назовем детей Дед Дом. Еще детей! Ты
Максима! Даже не видела в жизни. Уже 10 детей такая собираются заводить с Максимом, вонючий Максим. Фу на тебя, Максим, блин. Вот сколько ты отправляешь, сколько я и дорожаю. Скажем так, ради Максимочки я на все способна. Слышали, говорит, сколько рублей, сколько детей. Так Анинка так может целую страну нарожать. Я буду максимально рафляный донат. Я отправляю ей 500 000 рублей и пишу. Анетка, открой один Hell Charm Pack и давай назовем всех десятерых детей Ашотами. Просто прикиньте, у Анетки 10 детей и все Ашоты. Ашот 1, Ашот 2, Ашот 3, Ашот 4, Ашот 5. Отправляем. О, пришел. Анетка, открой один Hell Charm Pack и давай назовем всех десятым детей Ашотами. Ашотами. Ну а как? Конечно, реально. Ну почти реально, почти. Я нормальный. Я не нормальный. У тебя сколько денег? А я бизнесмен. Откуда? Я работаю в криптовалюте. Откуда у тебя сколько денег? Криптовалюта, Анетка, что не слышала? Я чисто истерический смех. Так, и почему это? Ты, ради тебя я все что угодно открою. Стоп, за 3900 стикер пак, вот этот, да? Нет. Вот этот открыть ради тебя? Ой, я блин. На все способна. Нет, она... Ой, блин. На ой, блин. Все. Она будет очень расстроена, когда узнает, что это был пранк. Способна. Ради наших будущих детей открываю и 500 000. Спасибо тебе за 500 000. Ой, кресло чуть не сломало. Мать моя женщина. О, так еще нормально, ну, нормальная наклеечка выпала. Эпик! А сколько он стоит? Нормально? Бабки за Hell Charm Pack, за что можно ей не отдавать? Стоит? Он дорогой. 3750! Нормально. Ребята, мне уже плохо становится. Надо уже Нетке говорить правду, потому что она в этого дырявого Максимку влюбилась больше, чем меня за 1 000 000 лет. Все, ребят, поэтому я прямо сейчас отправляю донатик 1 000 000 рублей. Которым я напишу: Анетке, посмотри назад. И я зайду к ней в комнату и скажу: Анетулечка, а в кого-то влюбилась? И скажу, что это был пранк. Все, ребята, кидаю ей последний донат и иду к ней в комнату, и вы увидите ее реакцию. Стоп! А что написано? 1 000 000 рублей! А в кого-то мы там влюбились? Sit down, please! Sit down! Да ты и был! В кого это ты влюбилась-то? Падали, это была проверка на верность! В кого ты влюбилась? Ты понимаешь, я для нас! Какой для нас? Ты уже 10 детей шутами назвала! В смысле для нас? Я для нас, ты понимаешь? Ты говорила, сколько рублей тебе Максим отправит, сколько детей будут? Это все для нас? Да, я специально! Так зачем он отправил 1 000 000 рублей, чтобы 1 000 000 детей? Потом я думала, вы на больнице! Короче. Я думала, вы... Кого ты больше любишь, меня или Максим? Да, конечно, мой любимый! Ты самый любимый! Все, на денег в ближайший месяц не жди! На вот эту всякую, вот эту косметику тоже денежек не жди, Анетка, ты провинилась. Ну вы, мои уважаемые подписчики, надеюсь, кайфанули на этом видео, как мы разыграли эту бомжетку Анетку, на! Обязательно, мужики, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кент ТПК и бомжетка-вагонетка в попе манер.